Событие. В снегу стояла елочка, зелененькая челочка, смолистая, здоровая, полутораметровая. Произошло событие в один из зимних дней. Лесник решил срубить ее. Так показалось ей. Она была замечена, была окружена. И только поздно вечером пришла в себя она. Какое чувство странное! Исчез куда-то страх. Фонарики стеклянные горят в ее ветвях. Сверкают украшения. Какой нарядный вид! При этом, без сомнения, она в лесу стоит. Несрубленная, целая, красива и крепка. Кто спас, кто разодел ее? Сынишка лесника.